МФЦ и Пенсионный фонд с нового года перестраивают работу. Теперь большинство заявлений на социальные меры поддержки можно будет оформить только в Пенсионном фонде. Такие нововведения связаны с изменением федерального законодательства. За электронным правительством остается обработка трех мер социальной поддержки. Это пособие по рождению, пособие мамочкам до 1,5 лет и третье – компенсационные выплаты для семей погибших военных и других представителей федеральных органов власти. Бегать по инстанциям для подачи заявления не нужно. Система межведомственного электронного взаимодействия сделает все за вас. Чтобы оформить одну из трех мер социальной поддержки, достаточно прийти в МФЦ. Дополнительную информацию по услугам можно узнать по номеру единого центра телефонного обслуживания МФЦ Ульяновской области 37 31 31.